Чем уничтожалась красота и состояние всего народа, то, что наши предки сделали. Поэтому считаю, что главная миссия нашего сегодняшнего поколения – это максимально восстановить все то красивое, что создавало определенную положительную, позитивную ауру. Поэтому я считаю, что это действительно очень знаковое событие в уходящем году. Это завершающая стадия поднятия креста на Благовещенскую нашу колокольню, Новую Девичью монастыря, которая со временем, я думаю, мы передадим епархии. Здесь там еще внутри есть организационный момент с переселением людей, которые в свое время здесь поселили. Вот, и он заработает, а весной, я думаю, здесь будет уже колокольный звон, который будет, ну, и украшать историческую часть города. И это будет как акт справедливости по отношению к нашим предкам. Еще объекты есть, которые ждут установления? Ну, конечно, у нас программа на 2013 год больше даже, чем мы сделали по истории архитектурного наследия в 2012 году, продолжение Кремля. Это еще 12 объектов, таких зданий, сооружений, в которых в том числе и люди живут. Плюс ко всему это новомосковская гостиница, которая заново возводится. Это около театра драмы сносится уже. Ветви здания, которое не может стоять, и оно будет восстанавливаться в следующем году. Ну, там будет какое-то заведение, это мы предложили бизнесу это сделать. Но здание будет такое, как оно было изначально. Поэтому работа продолжается. Она, конечно, тяжелая и долгая, потому что это не строительство, это нужно технологии использовать. И вообще ломать всегда легко, а вот потом воссоздать по чертежам, по тем, как бы, канонам, которые положены, тяжело. Спасибо. Поэтому сегодня хорошее событие, хотя и холодно. Спасибо.